Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Досауто98, и сегодня я расскажу вам о аэроэкспрессах в аэропорт Жуковский, а точнее, когда их могут запустить на Казанско-Рязанское направление Московской железной дороги. Всем приятного просмотра! Аэроэкспрессы в аэропорт Жуковский могли запустить еще в 2017 году. Уже в конце июня 2016 года началось строительство ветки в аэропорт Жуковский. Ветка могла бы проходить после станции «Отдых» и идти в аэропорт Жуковский. Станция «Отдых» была бы единственной станцией, где останавливался аэроэкспресс и обычные электропоезда, которые шли в аэропорт Жуковский. То поначалу планировали запустить обычные электропоезда со всеми остановками, ну а потом уже аэроэкспрессы. Отметим, что к тому моменту уже были автобусы от станции метро Котельники в аэропорт Жуковский. К сожалению, в 2018 году ветку по неизвестным причинам перестали строить. Платформа аэропорт Жуковский так и не была достроена. На данный момент до конца неизвестно, когда же все-таки запустят аэроэкспресс в аэропорт Жуковский. Напишите в комментариях, как думаете, когда, в каком году это может случиться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.